sunt la Ion Valea, că n-am auzit. Ceva cu știrile. Ce? Chiar înainte să aterizăm, mi-ai zis ce? Am zis că se puse scoate copilul ăla în buș. Gata, păi am scăpat de Artem. Oh, păi nu puteai să-ți vină ideea mai repede. Ideea. Калимера, друзья, мы уже долетели. Привет вам из солнечной Греции. Сейчас выйду на балкончик, покажу вам пейзаж. Честно, я не очень под впечатлением. Ну да и ладно, комплексом выглядит нормально, гостиница вроде бы тоже, но не сравнить с Турцией. Вот хоть убей меня, но в Турции все равно более шикарно, за те же деньги, более как-то по-королевски все, с размахом. Здесь как-то все по-другому. Вот как выглядит наша комната. Вот она. Здесь двухспальная кровать. Вот. И здесь еще такая маленькая комнатка для деток с двумя кроватями. Вот наши чемоданы. Вижу, есть шкафы, да я посмотрю. Что там у нас в тубзике? А, ну ванная комната достаточно большая. Нормально, нормально все. Валь, ванная комната нормальная, большая. Тебе не смыло. Полотенце тоже есть. По-моему, Артём стучит в дверь. Шампусик дали. Артём, это ты? Так, идем еще один раз посмотрим, что у нас здесь на улице. Друзья, мы ехали с аэропорта на большом автобусе примерно минут 20. И все, что мы видели, это какие-то колючки. Море, конечно, красивое, но везде какие-то развалины или недостроенные дома. Может, дорога такая от аэропорта и до гостиницы. Может быть, я ошибаюсь, конечно, может, я отношусь превзято. Сейчас вы скажете, что я какая-то там капризная. Не, ну вот говорю первые ощущения. То, что чувствую, то и говорю. Ну здесь пальмы, нормально. Бассейн тоже нормально. Посмотрим. Пройдемся сейчас по территории, посмотрим, какой пляж. Посмотрим, есть ли свободные шезлонги, что тут можно покушать. Нам как бы все объяснили, что можно сейчас в таверну пойти покушать, каких-то там фурсиков. Или можно подождать, 12:30 будет обед, уже начинается обед в главном ресторане. Где главный ресторан, мы еще тоже пока не знаем. Хорошо, что есть такая сушка для полотенец. Оу, в принципе, для вещей кормушка такая. Видите, номер у нас видом на море. Номер был сразу же готов. Мы вселились очень-очень быстро. Только приехали и вселились. Хотя сейчас еще нету 12 часов. Сейчас я вам скажу, сколько сейчас по времени. Сейчас 10:30, но комната готова. Это, наверное, потому что не переполнено. Очень мало туристов, поэтому... Так, я, наверное, переобуваюсь в шлепки и иду смотреть, что тут да как. Ну, дети пока еще не под впечатлением, но это, наверное, из-за того, что мы ночью не спали, потом долго-долго летели сюда целых 3 часа, нас трясло почему-то в самолете. Ну, наверное, поэтому. Я думаю, что сейчас мы окунемся в морюшко, и сразу настроение улучшится, так скажем. Все, получили подарок, маслице оливковое и какие-то травы от гостиницы, которая, кстати, наша гостиница, называется Аниса Бич. Вот, еще шампусик там был. Так я, наверное, переобуваюсь, Валь. Давай пойдем посмотрим. Не похоже на санаторий, в который бабушка ездила? Или мне так кажется? Первое впечатление. Ну, пальмочки добротные, хорошие.
Вот один бассейн. Так, территория, хочу вам сказать, достаточно ухоженная и не маленькая. Цветов много. Вид хороший. Я не знаю, почему сразу нам не очень понравилось, но вид нормальный. Я уже начинаю приходить в себя. Все, я спокойнее теперь. Бассейн. Стой, прядай время, воры. Adică e chiar liniște, liniște. Dorin, îți place? Încerc să mă dumiresc. Dorin пытается сориентироваться, что да как, нравится, не нравится. Ну так нормально. E ok, așa e poi. Așa aici, pe teritoriu, e ok, nu? Da, e ca și dincolo, când am fost la Salonic. Deci... Fix așa era. Curtea hotelului era totul super ok. Cum ieșeai de acolo, parcă erai la... Меня платьишко помялось, но мне было лень его гладить. О, уйте, пой. Бар де вин. Вот, вот сюда нам. Иду искать террасу на пляже. Морешка. Смотрите на Артема, как он постригся. За все деньги. Что-то его вдохновило отстричь все свои красивые волосы. Ну что, припарковали здесь на терраске. Вот видите, сижу под зонтом, не рискую. Валя хочет загорать. Заполняются солью. Может, морешка вдохнет в меня свою энергию, здоровье. Валя с Артемой вообще сами с усами, молодежи нету, одни пенсионеры. Ну что, заблочили здесь на целых 11 дней. Дорин смотрит экскурсии. Мне, кстати, платьишко. Я довольна, что я себе его оставила. У меня купальник под платьем. Но я еще не купалась. Валя только с Артемой купались, мы еще нет. Ну что, красота. У нас впереди море. Ну его не видно вот там вот. Я пью водичку. Я аж такие сладкие напитки не выпиваю, коктейли разные. Смотрите, какую я красивую рубашку Дорину купила. Дорина Ратек и Маша. Правда, я ее гладила. Мы вытащили ее из чемодана, она опять помятая. О, вот сейчас мне нравится вид, я довольна. Уй, ты пуй пейзажа, кумада. Закат такой красивый. Если хочешь, чтобы мы гуляли, так мы должны были те другие платья взять. Тем более я вижу... Ладно, закрывай шкафчик, завтра будешь в другом платье. Платье и туйчики. Нету. Правда, прическа у меня закучерявилась конкретно. Тут какой-то воздух, что я с тех пор, как пришла с пляжа, во-первых, как будто у меня в 3 раза больше волос. Ну, это плохо, потому что они твердые были.
И мне пришлось их расчесывать полчаса, и потом я сделала так, потому что... Ресторанту я Аполло. Ну что вам сказать, ребят, в ресторане маски никто не носит, кроме персонала. Вот Дорин наш пришел. Если по еде, ну, не очень обильно. Вот там вот шведский стол, но как бы ты сам себе не набираешь. Есть официант, ты ему говоришь, и он тебе в тарелочку это все набирает. Не 10 видов еды, как бы есть, что кушать. Ребят, ночью мне вообще нравится территория. Все эти фонарики выглядят так тропически. Валька осталась на террасе, там в барчике на пляже у моря. Я иду спать, я уже не могу. Я вообще всю ночь не спала. Артём идет в комнату. Принесет Вале кроссовки, потому что мы же на каблучках, девахи такие пошли гулять. Немножко переживаю, что они остались сами на пляже. Но Дурин говорит, надо привыкать, что дети совершеннолетние. А по мне так я бы посидела, посторожила, только спать хочется. Вообще не хотела сегодня снимать. Еще и химоза меня догнала с утра. Ну, мутила немножко. А таблетки все от тошноты. Вот я дуреха, оставила их в чемодане и сдала чемодан. В сумке у меня таблеток не было. Ну, как бы не сильно мучила, но любасику. Пуй, пейте! Ах, да, еще хочу сказать. Здесь везде немцы. Везде немцы. Если в прошлом году в Турции, там в Анталии везде русские, а здесь везде немцы. Чувствую себя, будто бы я не выезжала из Германии. Цветочки красивые. Вот, ладно. Буду ждать здесь фойе Дорина. Он пошел цыганить стакан вина. Здесь сервис только до 11 часов. Говорит, сейчас я выпрошу у них стакан вина, чтобы выпить его на балконе. Так, сейчас подожду. По идее, он должен быть здесь, в лобби-баре. Вот посмотрю. Где муж, где муж? Вот и Дорин с Артёмой. Ладно, ребятки и мальчишки, на сегодня точно все. Всем тём. Здравствуйте, друзья. Вы находитесь на канале Мумия Стайл. Сегодня прямо с Греции я буду вам вещать свой влог. Вы думаете, я снимаю видео? Нет, это не камера. Это бинокль с прицелом. На самом деле я хочу вычислить, где сейчас находятся мои дети. Все барчики закрылись, потому что корона. Ну вот эти дябчики еще сидят, но уже как бы напиточки не разносят официанты. Но моих деток все нету и нету. Я думаю, что они пошли гулять по набережной. Вот туда, в ту сторону, есть какие-то барчики. И припрутся домой под утро. Я так думаю, но я не уверена. Своего мужа Дорина я вам показывать не буду, потому что он сейчас в костюме нуд. Покажу вам только тапочки. Вот это.